Чернобыль. 30 лет спустя в администрации Калининского района прошла международная научно-практическая конференция, посвященная последствиям аварии на АЭС. Ликвидация аварии объединила более 800 тысяч человек. В экстренных работах в Чернобыле приняли участие 750 жителей Калининского района. Из них ныне здравствуют 550. Их не случайно сравнивают с участниками Великой Отечественной войны. Почему? Потому что они провели героизм, самопожертвование. Это действительно так. На войне враг видно, а тут нет. Ликвидаторам аварии в Петербурге уделяют особое внимание. Все инвалиды-чернобыльцы обеспечены жильем. Медицинскую помощь они получают в клинике МЧС и госпитале для ветеранов войн. Кроме того, предоставляется ряд льгот. Из нерешенного вопроса о ежегодных путевках в санаторий. Пока чернобыльцам выписывают их раз в 3 года. Оценка труда ликвидаторов неадекватно тому, что было сделано в 86-м, 87-м, 88-м, 89-м и 90-х годах. Это был период войны. Так и говорили, кто дважды бывал в Чернобыле, когда его направляли. Он говорит, что еду на войну. Многие участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС награждены медалями и орденами мужества. В Калининском районе такими наградами отмечены почти 400 человек.